течение нескольких месяцев в отношениях США и Северной Кореи наблюдается высокая напряженность. Планка напряжения выросла после испытаний баллистических ракет, которые проводит Северная Корея под руководством президента Ким Чен Ына. Как сообщает New York Times, 29 августа новейшая баллистическая ракета Северной Кореи пересекла границы Японии, пролетела через северную часть страны и упала в море. В ответ на этот шаг Япония и Соединенные Штаты собираются принять строгие меры. Безусловно, эти события оказывают сильное влияние на мировую экономику. Для криптовалютного рынка это стало импульсом к росту. Например, цена биткоина превысила порог в 4500 долларов, несмотря на снижение на прошлой неделе. Также в зеленой зоне вся первая десятка криптовалют.